Всем привет, ребята! И сегодня мы проверим три мифа. Первый миф у нас заключается в том, что мы должны заспавнить мусорку, вот так ее кинуть. Ну, в общем, чтобы... Сейчас я ее поставлю. Поставлю я наконец-то мусорку. И заключается в том, что мы должны мусорку поставить велосипед, и типа мы должны полететь. Сейчас мы это проверим. Ставим велосипед в мусорку. Закрываем мусорку. И садимся на велосипед. Так, и куда я полетел? Этот миф рабочий, ребята. Проверяйте, пока его еще не пофиксили. Второй миф у нас заключается в том, что мы должны спрыгнуть в логово к отчимам. Где-то здесь у нас должна быть конфетка. Валяться конфетка. Вот она. Миф подтвержден. Ай. Следующая пасхалка у нас находится на карте Чало Хаус. Мы идем к толчку. Который мы уже все знаем. Мы ставим какую-нибудь платформу. Ну, не обязательно платформу. На чем вы хотите. Подходим сюда. Подлетаем сюда. Ставим вот так платформу. Спавним камеру. И у нас должно быть тут какие-то глюки, когда мы посмотрим вот в это место. Сейчас я настрою камеру. Так, ребята, я настроил камеру. Блин, нифига я дымовухи кидаю. Так, мы должны поставить камеру сюда, и у нас здесь должны быть какие-то глюки. Сейчас мы и посмотрим. Так, и как видите, здесь ничего нет. Поэтому это фейк. Не ведитесь на это. Ладно, ребята, всем пока. Если хотите новое видео, то давайте добьем на этом видео 2 лайка. И я выпущу видео с новыми пасхалками. Всем пока.